атакуем две цели одновременно. Мы отправили штурмовую группу на космическую станцию Федерации. Их задача — захватить станцию и взять под контроль орбитальное оружие. Чтобы они смогли это сделать, мы должны уничтожить ретранслятор раннего предупреждения на Земле. Эш, ты со своей группой должен будешь захватить их штаб и запустить ракету в ретранслятор. Там может быть Рорк, но задание прежде всего. Танковый батальон проделает для вас брешь в обороне. Сопротивление будет таким, какого вы за всю войну не встречали. Если все получится, у наших ребят в космосе будет шанс на победу. Парашюты готовы! Танк готов! Очистить зону для сброса техники! Экипажам всех танков приготовиться к сбросу через 2 минуты. Центр! Мы выходим в зону мощного зенитного обстрела. До зоны сброса 500 метров. Не отклоняться от курса. Танки нужно доставить точно на место. Центр, конец связи. Нам дали зеленый свет. Запуск всех систем. Вас понял. Бэджер 2 готов. Оружейные системы включены. GPS работает. Танк полностью... Зараза! Я с этой стороны. Готов? Взяли! Осторожно, приближаются несколько ЛА! Открываю двери грузового отсека! Как-то круто приземлился. Прямо на гусенице. Ну, что у нас есть? У нас есть дым, пушка крупнокалиберная и ракета Патриот. Неплохо. Неплохой набор, однако. Ну что, теперь надо постреляться. А, это наша. А вот не наша. Эх, успели они удрать. Ну, одного я достал в итоге. И... смотрим. Нет, достаю. Отлично, можно и спуститься. Следуем за Бэджером. Так, 11 часов. У меня 11 часов здесь, вообще-то. Угроза нейтрализована! Сколько 3 часа? Группа права, к вам приближаются вражеские вертолеты. Так, вертолетики... где? А, вон увидел. А, это... нет, это Bobcat. Блин, да где вертолеты? Стоп. Вот здесь они, вот они. Так, ничего страшного. Ну, попробуем достать. Давай! Ну, попал! Кстати. Ну, там, видимо, уже... когда она подлетала, уже там наводится так... сама. Так, давайте здесь запустим... Конечно, не в тот я вроде бы стрелял, но ничего страшного. Давайте здесь. Вот так вот подбили. Круто. Даже, может быть, и не обязательно ракетой подбивать этот вертолет. Можно вот так с танка прямо подстрелить. Хорошо. Ну, огонь по своим, так зачем лезть под пушку? Да блин, какая-то тварь где-то сзади ползет. А, вон они, нифига. Все, мне кажется, надо уже пора ехать. Осторожно! Да блин, неужели опять по своему попал?
Что, не достал, по-моему, да? Так, смотрите, раз, два, три места. Давайте, давайте, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Засранцы. Так, ну что, на тепловизор. Не, нафига мне тепловизор? Я пока что и так нормально еду. Но здесь я не достал, вот здесь достану. Да чтоб тебе, подальше что ли? Да, подальше надо было отъехать. Даже ускоримся, 66 километров в час. Давайте ракету. Опа! Засадил, неплохо так. Готово. Ну, тут можно просто их давить. Есть еще вертушки где-нибудь? Ну, есть наверняка. Ладно. Так, я потерял цель. Вот. 200... Фак, 200 с чем-то метров. А, вот. Еще ближе. И мне кажется... Сейчас. Вот. Отлично. Ну и все. Это были все цели. Понял вас, Боджер 1-1. Объединяйтесь с 4-м батальоном и сразу к Эхо-3-2. Так, где РПГ? Конечно, меня еще вот, вражеские вертолеты интересуют. Это зачистка. Смотрите, клёвая пушка. Жаль, ее нельзя будет снять, конечно. И не перегревается. Что самое крутое. Вообще, по-моему, все, можно прыгать. Там я уж остальных добью сам как-нибудь. Ну вот, смотрите, другое дело. Итак, понеслась. Все чисто. Центр, вы вошли в утренний здание. Движемся к залу управления запуском. Вас понял. Импровизирую. По твоей команде. Ох, сейчас, по-моему, будет супер прием. Так, давай, давай быстрей. О, да. Вообще супер. Ну, выдумщик. Центр, траектория изменена. Готовимся к запуску боеголовки. Внимание, эта зона простреливается из турелей В-75 Мантис. Принято. Отправляю батальон Боджер на расчистку пути. Центр, конец связи. Запустим эту штуку. Да куда он денется? Конечно, возьмем. Чуть было не схлопотал я. Ой, а какие, смотрите, они крепенькие. Да, всех надо класть. Не убежишь, не скроешься от карающего пулемета. Им, по-моему, вообще хоть бы хны. Осколочные, похоже, вообще никакого урона им не наносят. Но это только наблюдение. На самом деле, какой-то урон должен наноситься, естественно. Так, ой-ой-ой, круто.
Ну ты просто. Да мне нужно перезарядиться пока. Так, вижу еще цели. Враг в зоне 3-1 нейтрализован, идем к погрузочной площадке. Мне нужны грены. Где грены? Нет грен. Придется идти дальше с двумя. А ну-ка еще быстрее. Ну, верхних сняли. Самое главное. Тоже придется попотеть. Тоже приличное количество здесь их, конечно. Так, что тут за сироп был? Из головы тек у него. Офигеть. Чуть было не завалил я. Вообще подарок. Прям втроем там сидят. Опасаемся, конечно, прикладов еще. То есть ты можешь прибежать. Так, блин, что я вообще ждал? Не обратил внимания, сколько патронов осталось. Так. Вот так вот. Надеется. Ой, какой плотный огонь. Обалдеть. Призраки захватили сектор. Ракета уже близко. Бросить все силы на основную цель. Бойцы передовой получат воздушную поддержку у наземного ретранслятора. Уничтожить эти турели. Центр, нам на мосту нужна поддержка с воздуха. Вас понял. Беспилотники уже в пути. Боджер один, энергичнее. На мосту чисто. Ой, и снова танк. Нет. С вами только, я помню, стрелять не надо. Блин, ну мне хоть один фраг оставьте, а? Смотрите, что творят. 5 минут у нас, 5 минут 20 секунд до удара. Опять огонь по своим. Ну не дают мне вообще стрелять. Ну, смотрите, у нас похожее задание. Опа. То есть снова нам добраться. Только здесь уже цель двойная у нас. Видите, зенитки по 2 штуки. Так, сваливаем. Ну, значит, надо прятаться, правильно? Черт подери, здесь тоже не обошлось без жертв. Как, впрочем, и каждый в предыдущей миссии. Так, блин, хоть кого-нибудь попадут или нет? Попал, попал. Ой, вертушек врага, обалдеть. Все, удар. Смотрим. Сейчас рванет. Центр, комплекс уничтожен. Повторяю, комплекс
уничтожен. Всем, кто меня слышит, связь с Локи прервалась. Есть добро на втором.